ИК 25 есть еще вот интересный с тем, что он быстро проходится, там 20-30 минут, так же как и РС-ка, считай, и тоже 500 ЕП дается, он проще РС-ки даже. Да, еще там падают боешки, и там падают рецепты. Так вместо РС-ки надо ехать туда. И на трансмут шмотки там падают. Ну, в 2 часа я соберу их. Поводимся. РС-ки я планирую вообще две. Я надеюсь, хороший онлайн будет. Быстренько две пронести. Паста прям. 3 часа. Че ты это заходишь там на лока? Захожу, захожу. Мы возле камня стоим, сейчас суманем и начнем. А что лучше, как канал лучше назывался? Берлога про товары или берлога воида? Как лучше будет? Ну, патики, да. Это вот это в канале? Да, но у меня 2 лока. 3 человека сразу суманят. Все, лог здесь, пошли в инст. Все как обычно, короче. А подскажите, коня с 25-ки там, типа вы забираете на продажу или что? На него вообще очередь есть? Очереди у него нет, он отдается по усмотрению РЛа. И это будет у тебя только или вообще в самой гильдии такой? Ну, РЛ может его кинуть на ролл, РЛ может его отдать тому, кому захочет. То есть он может так поступить, либо так, либо так. Понял, окей. Но он как бы не продается, мы не продаем коней. Так, предатор, ты низина орати на БГЛ. Пишет, смотри. Был. Низина охуенная, БГ мне нравится. Ладно, придется без него начать. Че, я с протоваром? Что, давай фурика, там у нас протопал есть. Добро пожаловать, герой! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись. Да, вроде-ка. Я, короче, все стаки должен выдержать, вроде как. Давай потом, короче, вары в танка я подамажу. Должно не по рубрике. Числа подам. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. О, а кто у нас? Второй хил я вообще не вкупаю. Нету, да? Как я рейд собирал? Шаман, ты захилишь? Я видел и более достойных. Не пускайся как-нибудь кто-то. Гильда или Андриака. Захиливать проведет. Ой, лол. Давайте, короче, пересоберемся. Придется хила взять. Чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минутой молчания. Сейчас перезайдем рейс на Минск. Да я доберу 2 тела.
Люди толивают. Ну, не знаю, Гильдаль, почему. А, я думал, репати. Нет, там надо просто тело с места забрать. Ну, вон я в чате плюсанул. Эльчапа, забери тело свое. Фар, давай танка. Я редрик. Надо мне хила, двух хилов добрать. И лука. Так, сейчас посмотрим, кого-то можно добрать. Я могу взять, найди локу, я могу на любого взять. Сейчас Эршаму уговорим. Да шаман что-то цепуху не кастует, не знаю. Наверное, так и должно быть. Так, Мирандоса взял, пока стоит в шкаф, сейчас у меня Мирандоса. Какого-то лока, говоришь. Ну, лок, это проблематично. Ну потому что он цепуху не кастует, что я должен смотреть на это, я не знаю. Там рейд 3 человека упало. Вы что, не видели? Я видел. Так, мага беру. А ты, получается, на этого, на друида зайдешь вместо лока. А, похилишь с Мирандосом. Слышишь? На Абис возьмешь. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай, пока шкаф есть. Дело, я понимаю, что если в огне стояли, это одно. Если у него цепуха в рекаунте есть, это понятно. А цепухи у него в рекаунте, сука, две штуки. Так что, ну, мне виднее, правда, блядь, в этой ситуации. Ой, на самом деле, кто хилит только в соло таргет, тот намного профитен. Намного, чем кто хилит цепухой постоянно. Я не знаю, рейд проседал, надо было цепуху кастовать. Хер его знает. Через танка там или через что надо цепуху. Ну, косты сбивает босс в 20 метрах возле себя. Это подальше от самого босса надо было стоять. Ну ты просто, наверное, забыл, не знаю. Если дальше стоишь, он косты не сбивает. Не в себе же? Да, да, в редру. Сейчас, секунду, релогну. Я пока не могу использовать эту способность. А, варс, пекнешь танка. Кризифилокс. Так, поможем. Кризифилокс, ты в курсе, да, что там каждые 10 секунд стакается эта херня? Так, давайте, Инн, разорвем. Прикинь, лока, почему? Сейчас я его кикну. Вот, ну ты, типа... Посмотри периодичность, когда он нажимает эту херню свою. И подготовь там шивы и не шагу назад, типа. Дефы. Ну первый, не знаю сколько у тебя там хп. Не должно 50 тысяч убить там. 10 тысяч тебе оставят, скорее всего. Что тебе угодно? Запускаю, короче. Да,
Добро пожаловать. Да еще лучше поставь тотемчик на эту, на скорость атаки Америкам, потому что до конца. Америков много. Опаснейшими противниками. И еще этот крик от Форика. Да, крик на АП, крик на ХП. Потому что он каски раздает. Ричапа на АП. Бой, герой! Кёрс, все на меня напуливаешься. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Может быть даже. Может даже и не надо будет забирать. Давай вот рубка. Ну, нормально, один затанчик. Надо подождать. Пишу. Тоже лагает. Вар за историю. Ну, дискон. Ну что, идите чай пейте, там 5-10 минут. Не-не-не, 5 минут, не 10. 5, максимум 8. Чаёк налейте себе там. Запарила эта фигня, да? Может, это жалобу напишешь? Кодексы. Да, ну, а что кодекс? Кодекс ничего не решает, сервер. 50 попыток, все нормально, заходите вы. Лучше бы объединили слоган один. Ну это неплохая идея, но там-то x5. У нас бы x1 был. Там тупо PvP сервер. Утроп Эндряга, заходите вы. О, рыба стоит быстрее у тропы Эндряга. Рыба исчезнет сейчас. Лут тут групповой будет стоять, так что это самое. На посла... ДФБ там ролит. Не помню, что мне надо там. Эндряга, ты где? Грожуй. Зачем тебе мастер зелий? Что ты придумал? Так чё, блин, мне надо этот... Настой, ой, зелье дикой магии. Ты на хосту банки. Да. Какой на продажу? На личного пользования. Всё есть. Это не помогает. Нормально помогает. Настой заканчивается, блин. По два настоя, блин. Юзаешь на ссылка. Плюс настой на РС-ку. Пец, она долго заходит. А где она? А чё ждём, кого ждём? Да сову. Он в ледяной короне. Ты тут? Эндряга, привет. Я тут. Ну так ты зайдешь в инст или нет? Залетаю. Что у тебя там такое? Ты можешь сказать? Прогрузиться не может. Хм. Апис, ты тут? Столб кушает. Пробуй это, воп, закрытие.
Да, я же написал ее, что я мне сейчас не могу говорить. Ешь приятно. Спасибо. Порнуху это там не... Да, это самое главное. Мирка, скажите, я пока не слабый был. Ладно, сейчас начинаю, запустил босса. Как прогрузишься, зайдешь там. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Я не могу атаковать этот сейчас. Так, утром давай кап. Сам забрать, ничего не забирай. Я правую, ты левую. Уже 3 секунды приготовь. Так, там мне желчь сейчас на ком-то токсин будет, смотрите. На меня кинул и сейчас работа пройдет. На ком еще? Все вроде, да? Рейндж словите, сейчас он плюнуть может в рейд. Между собой рейндж словите. Так, утро. Ага, без поднял, вставай. Ну и лапку. Токсин есть? Веди дальше, уже. За спину, за спину. Поверни к стене его. Поверни его к стене. Там люди перед лицом убегают. Все, токсин навали, нормально. Сейчас приду, заберу. В принципе, добьется уже. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете. Вокруг босса стоит. Вокруг босса по 3 человека вместе не стоит. Карла масса мало. Ну, у меня есть, как бы там, еще сделаю. Ну, проба. Сука, я застрял. Залейте ману, пожалуйста. Шаман. Сейчас, давай зальем. Надо подождать.
смотрит на Гильдаля. Так долго бьем, жесть просто. Совы не было. Заходи, Винс, что стоишь? Как дела? Сейчас великий чернокнижник Вилл Кипопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Вар, можешь Фурика здесь. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Дайте приступа. Готовьтесь к забвению! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Прист, маг, диспельте стаки не забывайте. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эретанский повелитель Пылающего Легиона! Явись, сестра! Господин Салёт, плоть от кости! Стаки висят долго на мысли. Грандосно выступает. Трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть. Череп, захитите дамаг по рельсу, да. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Запустим. Сейчас посмотрим, сколько миликов там было. Может, один билет будет. С могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победим, Марк, дай столик, пожалуйста. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, вообще можно и в кота, наверное, мне здесь, да? Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса. Кто во имя вашего короля. Сейчас посмотрим, кто вылезет. Пробуй того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, вылез Вар. Белада, это Холипал, да? Рога. Ну, спекайся в танк. Этот. Уже. Угу. Заливать будем первого рога, это звезда. Так, лока нету. Апис.
покидаешь вихрь дереву своему брату, а этот Эндриага покидаешь вихрь луне паладину. Утроп постанешь кого-то шабата эдах, кстати, ебать тут мелика. Утроп постанешь шабада, короче. Начнем со звезды, потом будем бить шабада. А потом, наверное, дерево. Как-то так, не знаю. Я подержу вара, а вар держит ДК. ДК видишь, да, слева? Физифилокс. Чек на пул. Все как обычно. Гильдар с Тиамас диспел. Все, поехали там. Я пока не могу использовать свою способность. Надо подождать. Может, я рубить? Не, не могу. Блядь. Тут чё? Беги, малыш, Драга, поднимай. Беги! Ебать мне контролят, сука. Че, вы кого-то убили там, не? Рогу убили? Надо подождать. Не сейчас. Прием. Рогу, да, тершаман. Я не могу использовать свою способность. Ага, понял. После этого треугольник пейте дерево. Нужно больше ярости. Индряга поднимала Апис? Сейчас. А, Боб диспал. Да, да. Треугольник бейте него. Я не могу использовать эту способность. Дискольте хоты. Две хоты еще. Все, добили. Теперь что, луну бейте. ДКшника стань там. Чиры раздавай. Бабл масс диспел гильдар. Массовое рассеивание. Ну лоу. Yes. В конец каст. В конец бабла. Ну и бейте там ДК. Сейчас вара побуду. И горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Отходим к воротам. Пали великие воины, и ради чего? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной. Значит, вар, танчим вместе. Ты берешь белую, я черную, как обычно, а танчим вместе возле белого портала. Это чтобы меликом не терять время на перекушку. Значит, если будет смена цели, просто переключимся в другую вальку. Бить мы начнем звезду. Если скажу сменить цель, то переключимся в череп. Чек на пуль. Так, на те имя. Так, вар. Твой череп. Подводим сюда. Во имя короля Лича, вы умрёте. Прям одна в одну, ставь в мою. Все бьем звезду. Она с меня, ну, я с тебя срываю, да? Если что, это не страт. Спецспособность приготовились. Секунду. Все, бьем, это уже все нормально.
Ну вот это нормально. Что тебе угодно? Ты все еще так, что вы думаете насчет Ласта? Мы примем любой вызов. Ладно, в принципе, нормально. Да, ведь как если не убивать. Перс там может хил. Еще зерганить. Ну мы так его и зерганем. На 50% просто день. Герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной. Я могу, в принципе, в сову. Разнесем в клочья остатки плети. Я просто не знаю, как там Грандоса будет захиливать. Мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Жажда крови какая-то. Сложи ледяную скорбь. Рост, потому что... Не, горячим два хила, ну его нафиг. Да, два хила, нормально. Под льдами Нордскола. Когда его юзают, вырастает, да, персонаж увеличивается. Бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Привыкли уже к росту. Короче, фишка такая. Первый трэш бьем, второй трэш тоже бьем, даже если босс переведется. И спокойно потом добиваем босса. Чек на пул сразу, все готовы, по-любому. Начинаем. Жуков под босс из двух сторон. Идем жуков. Давайте сильнее жуков. Так, бьем босса. Давайте гер. Жуков тоже под босса, тоже убьем, чтобы танку не было проблем. Скоро жуки, жуки. Под босса ведешь, заливаем. Даже на квази. С жуков заливаем спокойно. Перед на 50% держит танка кнопку. Последний жук и босс. Всё. Так, кто-то будет перезаходить на ИП или так? Или можно накидывать? Накидывай, я ловлю. Че, нету ножниц? Слава. Какие? Не. Обрезаю сразу по экрану. Да, нафиг надо.